Горох Рокет невысокий, но много завязано бобиков. То есть, если смотреть так на посев, достаточно их количество большое по плотности. Это 1,4 миллиона. Вот это вот краевой эффект такой. То есть разница в высоте. Я думаю, что на сантиметров до 30. То есть это, наверное, 50, даже не 50, 60 сантиметров. И здесь вот как раз сантиметров, наверное, 40. 40, но это, наверное, самое низкое место. До 50 сантиметров посев. Ну, относительно он хорошо выглядит. Это ничего плохого нет в том, что горох невысокий. Я имею в виду, если его высота 50 сантиметров. 50-60 главное количество бобов, потому что он более компактный, его приятно убирать. Не такая большая масса. Масса на горохе не значит урожай. Я думаю, многие с этим сталкивались. Это 1,4. Посев уже начал страдать за высокой нормой. 1,2. Миллион. Традиционная норма. Восемьсот тысяч. 600 тысяч.